Открытое акционерное общество «8 марта». Ведущее предприятие легкой промышленности Беларуси. Его многолетняя история берет начало с 1926 года. Сегодня предприятие имеет полный цикл производства трикотажных и чулочно-носочных изделий. Технологический процесс включает в себя 5 основных стадий – вязание, крошение, отделка, раскрой и пошив. ОАО «8 марта» является одним из ведущих производителей трикотажных и чулочно-носочных изделий. Предприятие характеризуется высокой степенью организации производства, механизации и автоматизации производственных процессов, высоким уровнем квалификации кадров, высоким качеством выпускаемой продукции. На предприятии внедрена система менеджмента качества ISO 9001-2009. Инвестиционная деятельность предприятия позволила произвести техническое перевооружение основных процессов производства трикотажных и чулочно-носочных изделий и оснастить новым высокотехнологичным оборудованием ведущих мировых производителей стран Германии, Испании, Италии, Швейцарии, Японии. Это дало возможность производить высококачественные и современные изделия из хлопка, льна, бамбука, шерсти, искусственных синтетических нитей и их смесей. Основной акцент для выпуска продукции ставится на естественные природные свойства и экологическую чистоту натурального хлопкового полотна, дышащего, гипоаллергенного и гигроскопичного. Ассортимент продукции постоянно совершенствуется с учетом инновационных технологий. Это позволяет освоить производство полотен из биообработанной льносодержащих пряж высоких номеров, полотна с вложением полиэфирных полых нитей, термолайт полиэфирных нитей, быстро отводящих влагу. Для современного дизайнерского оформления трикотажных изделий применяются отделочные сетчатые детали, довязы, кружева, связанные на новом плоскофанговом оборудовании производства Германии «Штоль». Для колористического оформления изделий печатными рисунками используются специальные печатные пасты, создающие объемный рельеф, эффект металлического блеска и перламутра. Для окрашения ассортимента используется только активного класса красителей ведущих мировых фирм, что позволяет получить яркость, насыщенность и обеспечить прочность крашения. Наличие оборудования для нанесения страз и вышивального автомата с возможностью оформления изделий пайетками, шнуром, бисером, различными вышивками придают моделям новые модные акценты. Это обеспечивает конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешних рынках. Ассортиментная политика предприятия обусловлена освоением и внедрением новых видов сырья, разработкой широкого ряда моделей и наименований изделий в сочетании с унификацией основных конструкций на основе использования автоматизированных систем проектирования. Сбалансированность всех элементов изделия, цвета, фактуры полотна позволяет объединить их в единое целое, выражающее его идейно-художественное содержание. Линии, созданные разнообразными отделками, строчками, рельефами, вышивкой, кантами, поясами, сами манжетами, создают целостность, композиционное равновесие и воплощение замысла художника-модельера в новые изделия. ОАО «8 марта» является постоянным участником выставок-ярмарок всех уровней. За многолетнюю историю наше предприятие неоднократно становилось лауреатом различных конкурсов, награждалось дипломами отечественных и международных выставок. При всем своем разнообразии и индивидуальности, ключевыми факторами успеха любой модной марки являются непрерывное развитие, поиск и внедрение средств повышения своей конкурентоспособности.
ОАО «8 марта» является не только крупным производителем трикотажных и чулочно-носочных изделий, но и выступает в роли продавца своей продукции, имея 20 фирменных магазинов и 4 магазина, работающих по франшизе ОАО «8 марта». Открытое акционерное общество «8 марта». Трикотаж для всей семьи.